Компания «Документолог» совместно с Тейбрл выделяет 300 тысяч на направление информационных технологий. На протяжении 10 месяцев талантливым студентам будет оказана финансовая поддержка. В конкурсе на получение стипендии могут принять участие студенты бакалавриата и магистратуры, обучающиеся по специальностям: информационные системы, вычислительная техника и программное обеспечение, автоматизация и управление. Данный конкурс является общереспубликанским, и принять участие в нем могут студенты всех регионов страны, обучающиеся как на гранте, так и на платном отделении. На стипендиата выделяется 300 тысяч. Мы с удовольствием предложим и стажировку, и оплачиваемую какую-то параллельно с учебой и работой. Нам бы хотелось, чтобы мы в этих стипендиатах видели своих будущих коллег.